Первое, что вам нужно сделать для работы со Split, убедиться, что у вас последняя версия приложения Smart Wallet. И если нет, обновить приложение. Для этого зайдите в магазин приложений, введите в строку поиска Smart Wallet и нажмите на кнопку «Обновить». Также обратите внимание, что для получения вознаграждения ваш кошелек должен быть активирован. Для активации необходимо иметь коины Smart на балансе. Для активации достаточно одного токена, однако для успешного сплитинга мы рекомендуем иметь достаточный запас коинов Smart, так как они необходимы для исполнения сплит-контракта. Итак, убедитесь, что ваше приложение обновлено, а на балансе есть коины Smart, и откройте ваш кошелек. Нажмите на Split. Откроется экран с детальной информацией о вашем балансе и истории транзакций. Для участия в сплитинге нажмите на кнопку «Splitting». Она находится сразу под вашим балансом. Сразу обращаем ваше внимание, что сплитинг требует наличия смарт-коинов на балансе. Они необходимы для оплаты исполнения сплит-контракта. Если у вас нет достаточной суммы коинов смарт, вам будет предложено пополнить баланс. Если коинов на балансе достаточно, откроется окно с информацией о текущем статусе сплитинга. На открывшемся экране вам будет доступна следующая информация. My Splits – количество сплит-токенов на вашем балансе. Total Supply Splits – общее количество токенов сплит в блокчейне. Daily Reward – ежедневное количество токенов Ultima, распределяемых между держателями сплит. Current Block – показывает текущий блок в блокчейне. Final Block – показывает последний блок для текущего халвинг-периода. My Estimated Reward – ориентировочная величина награды за все сплиты, которые могут принять участие в сплитинге. Обратите внимание, если вы получили токены на свой адрес меньше, чем 24 часа назад, то вы не сможете требовать вознаграждения. Для того, чтобы узнать, какие токены готовы к сплитингу, зайдите в раздел Split Details, нажав на My Splits. Вы увидите, какие токены готовы для получения за них вознаграждения, а какие нет. Конечно, вы можете потребовать награду, но она будет начислена только на те сплитс, которым больше 24 часов. При этом, после того, как награда будет затребована, возраст всех сплит-токенов будет обнулен. Убедившись, что все токены готовы, вернитесь в раздел «Сплитинг», нажав на стрелку в левой верхней части экрана и нажмите на кнопку «Claim Reward» для того, чтобы запросить награду у блокчейна. Откроется экран подтверждения. Обратите внимание на предупреждение о комиссии в Smart. Она может достигать 100 Smart. Если на вашем балансе будет меньшее количество Smart, ваше требование награды может быть не исполнено блокчейном из-за недостатка необходимой контракту энергии. Поэтому мы рекомендуем пополнять баланс Smart с запасом. Итак, убедитесь, что на вашем кошельке достаточно коинов Smart. Поставьте галочку, подтверждающую, что вы согласны с условиями использования продукта, и нажмите на кнопку Confirm. Готово! Вы успешно запросили награду. Осталось кликнуть на кнопку «Ок», и экран токена Ultima будет открыт. Там вы сможете увидеть вашу награду. В завершение нашей инструкции обращаем ваше внимание на правила, которые следует знать, работая с продуктом. Любая исходящая транзакция сплит-токенов, даже если это один из тысячи, обнуляет возраст всех токенов. Если у вас на кошельке есть сплит-токены, которые поступили к вам в разное время, то и готовы к получению награды они будут в разное время. Минимальный возраст сплит-токена – 24 часа. Поэтому если вы требуете награду, и при этом у вас имеются токены, которые не готовы к этому, им меньше 24 часов, то они будут обнулены вместе с теми, которые подходят для получения награды. Не забывайте участвовать в сплитинге и требовать награду каждый день. Успехов! Если у вас возникнут вопросы, обратитесь в поддержку, и мы с радостью вам поможем.